Короче, не зря я не ездил на автобусе 10 лет. Еще бы столько же не ездил. Потому что, ну, я как бы не знал, куда он идет примерно. Мне батя объяснил. Но он не доехал до этой точки 3 километра. Теперь я вот 3 километра еще пешком идти буду. Так что автобус, ну, такое себе. Ну, то есть, если вы знаете, да, куда едет автобус, и вы знаете, что он доедет до туда, до куда вам нужно, то нормальная тема. Потому что едет, в принципе, быстро. Ну, сейчас время такое, что людей немного, потому что я еду в обратную сторону от всех остальных. Ну, ехал. Вот. Но когда не знаете и хотите прокатиться, то лучше выяснить все. Причем я втыкал минут 5, наверное, в карту маршрута. И, короче, так и не понял, где я, куда я и где я должен выйти. Вот. Так что вот так.